В дачном поселке все-таки будут строить новые линии электропередач и трансформаторные подстанции. Об этом на заседании постоянных депутатских комиссий заявил первый заместитель главы администрации Андрей Касьяненко. О постоянных перебоях с электричеством в инстанции различного уровня дачники жаловались неоднократно. Эта проблема для людей актуальна далеко не первый год, но до сих пор она практически не решалась. Теперь лед тронулся, но дело это не одного дня. Только на предварительную работу уйдет не менее 9 месяцев и более 5 миллионов рублей. А эти деньги муниципалитету надо еще найти. Кроме того, владельцы дачных участков давно и много должны за электричество. На конец февраля эта сумма превысила 550 миллионов рублей. Тем не менее, как решать проблему, администрация города определилась. Будем ставить задачи перед своими службами, надо будет изыскать денежные средства, разработать схему зонирования территорий и приступить к разработке уже рабочих проектов по строительству высоковольтных линий, размещению трансформаторных подстанций, которые позволят полностью удовлетворить потребителей в надежном электроснабжении.